можно подавать петиции, можно... Не прошло и двух недель, депутаты оперативно отреагировали на предложение Владимира Путина давать гражданство России только после присяги. Уже сегодня в парламенте состоится первое расширенное заседание рабочей группы по разработке текста этой самой присяги. В группу вошли представители всех думских фракций, общественные и научные деятели. Возглавит ее вице-спикер Нижней палаты Владимир Васильев. Парламентарии заявили, что итоговый текст присяги должен быть понятным, динамичным и легко запоминаться, как клятва пионера или присяга военнослужащего. В качестве примера депутаты изучат тексты присяги, приносимые в США и в Голландии. Эксперты полагают, что в российском варианте клятвы на верность не должно быть излишнего пафоса. В комитет по госстроительству уже поступило несколько вариантов от вице-спикера Госдумы Ирины Яровой и Владимира Жириновского. Как ожидается, окончательный текст присяги должен быть готов до 3 июля. В самом святом месте говорит «за».